В общем, ответ на предыдущий вопрос оказался неплох в программе X-Normal. Короче, скачиваем какую-то мега-полигональную модельку, например, отсюда. Открываем ее в какой-нибудь 3D-программе и сохраняем по базе. Открываем ее дальше в ZBrush, импортируем, вернее, сюда. После чего ставим ее в сцену, включаем Edit, открываем вкладку Geometry и The Remesher. Нажимаем The Remesher. ZBrush делает ретопологию, и после чего объект можно уже сохранять как low-poly. А именно, нажимаем Export и пишем какое-нибудь имя с пометкой low. Дальше открываем обратно в 3D программе нашу low польку и незамедлительно делаем ей развертку. После чего снова сохраняем его как low поле, только уже с разверткой. Открываем программу X-Normal, идем в первую закладку High Poly и выбираем нашу модель High Poly, а также добавляем ее текстуру, то есть карту Diffuse. Переходим на кнопку Low Poly и то же самое добавляем сюда объект Low Poly. Меняем значение 0.5 на единичку. А также значение Use Exported Normal на Average Normals. В закладке Packing Options мы выбираем, куда сохраняем текстуру, даем ей имя, в каком формате. Разрешение. И ставим галочку Bake Base Textura. После чего можем запекать. В данный момент программа ругается на то, что High Poly модель не была триангулярная, поэтому лучше это переделать. Вернемся обратно в 3D программу, опять сделаем экспорт, выберем тот же файл High Poly и поменяем квадраты на треугольники. Дело в том, что пока у меня не случилась такая штука, я до этого не знал. Обычно с интернета скачиваешь треугольные все, а здесь у меня квадратная была сетка, и поэтому вот X-Normal ругнулся. Перейдем опять в X-Normal, там обратно перезаменим модель, то есть эту удалим, а новую обратно не вставим. Снова добавим ей текстуру от High Poly модели. И снова нажмем Generate Maps. В данный момент, соответственно, происходит это перезапекание диффузной текстуры. И она сама сохраняет ее туда, куда мы назначили. Накинем только что создавшуюся текстурку на Low Poly модельку. Ну а раз мы уже смотрим на X-Normal, то сделаем заодно Normal и Ambient Occlusion. И перейдем сюда, значит, отключаем, здесь ставим Normal Ambient Occlusion, включаем Generate Maps. Так что готова карта Ambient Occlusion, вот так, и также готова карта Normal. Все, на сим я таки кончил.